Здорово всем, дамы, господа, леди и джентльмены, все, кто будет смотреть этот видосик, я вас приветствую на супер дешевый от русских разработчиков игре, называется Владик. Да-да, вам не послышалось, Владик. Вот, сыграем в эту игру, посмотрим, что да как. Она выживалка, абсолютно новая. Мир весь выдуманный. Вот и посмотрим. Посмотрим, насколько она охуенна, либо плоха. Я как человек, который... В общем, для первых взглядов всегда очень плохо играет. Мне придется, наверное, привыкать, и я не один раз сдохну. Итак, у нас вечная загрузка. Но я так понимаю, это связано с компом. Кстати, системные требования там очень маленькие. Мне кажется, в нее можно играть на старых компах. Что с оптимизацией? Ну, сейчас узнаем. Если что, у меня 970-я видюха, и вот узнаем. Что-то у нас загрузка долгая очень. Лоудинг. Ну, лоудинг так лоудинг. Давай, я в тебя верю, ты сможешь. Уважаемые жители Жигулевска. Уважаемые жители Жигулевска. Здравствуйте. Здравствуйте. Тудун-тудун. Ну, графа, короче, как в пубге. Телефоном. Нарко Геймс представляет. Нарко Геймс. Охуй, нормально. Ребята с юморком делали игруху. Владислав, что-то там долбоёб. Прикольно. Владик. Добро пожаловать на Владик. У-у-у. Хлеб, водичка. А вы все пройдете в штаб Навального. В штабе каждого ЧПЗУ вам дадут вкусные обеды и питье. Штаб Навального. Ну я же говорю. Вам ничего не грозит, если вы выполните все наши требования. Хуя себе. Заебал ебаный в рот, я долго буду стоять нахуй. А в гроде пальцы. Здрасте. Что, блядь? Не, здрасте. Не-не-не. Получить хорошее вознаграждение, приходите. Мы вас сделаем лучше. У вас появится сила улучшиться, слушайте. Может, да чем ты меня бьешь? Ваших невероятных способностей. Ждем вас в вашу дурак. Супертехническую лабораторию. Может, мне что-то отсюда нужно было взять и копа застрелить? И оппозиция, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Мы введем ваш город. Нет, я буду сопротивляться. А вы все пройдете. Да ну тебя. Че, бегать за мной будешь? Что тут было? О. Как взять это? Алло. О, взял, все. Я фонарь включил как-то. Как ты шкур? Ох ты. Ну ладно. И коп. Ух ты. Ну ладно. О, нифига себе. Кстати, я бы эту штуку... А как я... Если вы хотите получить хорошее вознаграждение, Вася, отвечай, ну что там? Прием, прием. Хера они озвучили охуенно. Вася. Васька. Ты там это, шутишь, что ли, алё? На те, Вася. Вася, давай, отвечай. На те, Вася. На те, полиси. Если что, приходи на базу. Давай. А проверить? А вдруг его убили там? Вася, до свидания. Как свет-то выключить? Эф. О, эф, прикольно. Ладно. Ой, я что-то подобрал. О, это же патроны. А чё я патроны не могу взять? Ладно. Кстати, игруха от первого лица. Ненавижу играю от первого лица, потому что я рак. Фига ты на улице людей. Ладно. Эй, иди сюда! Иду. Иду. Привет, красотка. Блин, и в рот там кого-то убивают. А на что нажать? Я боюсь. О, привет, Владос. Все началось, походу. Что случилось? А все, пиздец, Навальный до нашей области добрался. Навальный. Надо найти главный штаб Навального. Я прям не могу. Короче, сам разбирайся. Ей нужно найти главный штаб Навального. В общем, где-то он зашкерился. Найди, попытайся сделать что-нибудь. Сходи сначала к Петровичу. Он, может быть, подскажет, куда топать.
В этой игрухе есть надо? Так. Непонятно. Экипировка. Ломик. Ломик, ты молчун, ты ломаешь стаю голов. Так, это все, что у меня есть. Выбросить. Что взять? Понять. Ладно. Разберемся потом. Наверх. Давайте, наверх пройдем. Мы же лутаться должны, наверное. Ты же... Понял. Понял. Не надо лутаться, значит. Шаги. Мужики, вы что тут делаете? Дайте мне выйти отсюда. Ого. О, девчонка, привет. Алло, дайте мне выйти-то. Что вы мне тут позакрывали всякой херней? Эй, привет. 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 Алло. Алло. Как руки поднять? Алло, как дела? Настроение? Ты ничего такая? Может, вместе будем что-нибудь делать? Давай буду с тобой ходить. Бомж. Бомж. Хуй бомж. Че еще тут? Влад лох. Не могу. Вот это игруха. Может, по домам можно пройтись? Так вот, это нельзя. Влад лох, бомж. Че еще? Дай, дай. Да, дай. Да буди, да будай, да буди, да будай, привет. Ой, копы приехали, пизду, разбегаемся. А вдруг они копов все бьют? О, зачем они бьют? Ах ты ж кура. Тварин, сука, ты ж. Ассист. Подхилите. Они стреляют еще. Мы что-то должны. О, нормально. Всем спасибо за внимание. Всем привет. Уважаемые жители Жигулевска, пожалуйста, любое оскорбление будет бесполезным. Приглашаю всех вас в свой штаб Навального. Вас там ждет вкусная еда, вкусное питье, также пройдите щипование. Уважаемая оппозиция, сопротивление бесполезно, насилие не приведет ни к чему. Войска уже введены, поэтому сдавайтесь и добро пожаловать в наш штаб. Уважаемые жильцы Жигулевска, еще раз повторяю, пройдите штаб для чипования. Вас ждут... Что за штаб для чипования? Не бойтесь, это... Нормально, у них хлеб был. Аптечки. Так, я вообще ни хрена не знаю, что делать. Журнал. Ладно, пофиг, давайте пойдем Навального искать. Только силовыми структурами. Да-да-да. Любое действие, если вы будете без разрешения в одиночку проникнуть. У меня есть целых. Кстати, у меня много патронов. Я нормальный. Я нормальный Навальный. Навальный закусочная. Тут одна дверь, ты можешь зайти, не? Гаражи какие-то. О! Луну очень люблю, лед там обязательно слежу за направлением Луны. Вот каждую ночь, знаете, вот когда лежал на сине, вечно вот смотрел, Луна то там, вот каждый раз меня свое место положение. Зажужжащая хрень прилетела. Тихо, тихо. О, патрончики, нормально. Но я даже молодой. Молодого делать не было, помню. Мало у нас селедно делать было.
Нормально. Чё патроны не подбираются? Нападаю сзади, возьму за это, я помню. Жалко. И начинаю переть. Взад козу. Взад? Взад козу переть начинает? Ладно, будем Навального искать какого-то. Навальный? Алло? Навальный, точнее, извините. Мне паны какого не дадут. О, здрасте. У Лысого из Бразерса есть все. А денег у меня сколько? 52 рубля. Поем. Ой. Прикольно. Можем все прикупить. Так. Давайте уже что-нибудь найдем. Я не знаю, где этот этого чела искать-то хоть. Карта есть какая-нибудь? Я здесь. А это что у нас? Газ стейшн. Сити Чухина. Да продолжить. Я просто не знаю, как карту закрыть, мужик. Может, к этому подойти на Е нажать, а то я что-то ступил. Побаловался с ней и все, и лег спать, а раньше такого не было. Ладно. Ни хрена не понятно. Поначалу постреляли, было понятно. Ну ладно, побежали дальше. Посмотрим, что там дальше есть. Так, вы продаете у нас оружие. О, вода, конечно, красивая. Прекрасно. Прекрасно прорисованная вода. Текстурки прекрасно прорисованы, все прекрасно. Кстати, у других людей смотрел на обзор, не обзор, а типа, когда увидел игру, сначала смотрел. У них почему-то играл лагал. И вот я, типа, двигаюсь, и у меня ни лагов, ничего нет. 970-я видюха. Все в порядке. Ладно, бежим дальше. Вот там люди. Интересно, а людей простых можно намочить? Я устал или что так медленно бегают? А там копы? И что мне с копами делать? О, блин, а ясно. Петрович, прием, Петрович, как ты? Хуя он стреляет. Охренеть, он стреляет, он бегает боком и при этом. И при этом умудряется стрелять на меня, прикиньте. Вася, отвечай, ну что там? Васи больше нет. Ладно, а это что есть? Ну ладно, давайте побежим дальше по дороге. О, там люди бегают. Смотрите, людишки. Охуеть. Это кто стреляет? А зачем они стреляют? Странные люди. Или чем я сейчас плюю, еще можно упасть? Привет. Что это было? Какого хера их так много было, и вокруг меня? Что, с них что-нибудь пало? И ничего не упало, да? Или что-то упало? Непонятно ни хрена. Сумочка. Что-то вздохнул. Люди пропали, что-то подобрал опять.
О, опять что-то подобрал. Вот деньги. Отлично. О. Мой пистолет. О, вообще пистолет и автомат теперь есть. Ой, даже прицела нет, прикиньте. Ну, не стреляет вертолет, что ли? Нормально, нормально, нормально. Мой вертолет не надо стрелять по мне, все хорошо. Ой, а пацаны настоящие. Ладно, походу такие же, как я. Полуживые. О, наконец-то мы побежали. Топает малыш. Топ. Может их разъебать, там сзади бегает. У них по-любому ничего нет. Я слишком хорош. Че, это хрен за мной летит, что ли? Ох, ты ж крыс. Ох, он реально за мной бежит. Да хватит за мной бегает. Че за мной бежит, алло? Отвали от меня. Сука, заебало. Может, у него патроны выпустить? Пару миллиардов. Сейчас не успею добежать до крыши. Что ты типа достаешь, скажи еще. Так. Сейчас бы прятаться под крышей заправки, правда? О, мужик сидит. Как от него избавиться? Эй, алло. Да. На самом деле я даже не понимаю, что делать. Как мы добежали. Base Discovery. No time to pass travel. Может, мы сюда поднимемся. Ладно, потом посмотрим, что будет. С другой стороны тебя стреляет. Он что, думает, его пробьет? А что если в теории я типа выйду отсюда? И еще сделаю. По вероятности, что заправка взорвется. О, чувак бежит по дороге, давай на него переключайся. Он что, по мне стреляет или по вертолёту? Блядь, я крыса реально по мне стреляла. О, здорово. Пацаны, короче, вообще, они хотят, чем здесь стоит? Может, ты сдохнешь, иди ко мне. А, короче, зеленоволосые, это, я так понимаю, бездушные NPC, которых надо убивать. О! Блядь, я только обрадовался. Так. Давайте-ка мы с вами кое-что попробуем. А что если перезайти? Сохранить игру. Сохранить. Я хочу сохранить на первый слот игры. Я сохранил. Давайте так. Если, народ, вы посмотрите эту игру. Вот, посмотрите. Хоть 10 просмотров будет, хотя бы я еще раз сниму. Если не посмотрите, то я не буду ее снимать. Вот, давайте сделаем так. Ладно, всем спасибо, всем до свидания. Такой, это даже не осмотр, не обзор. Даже не знаю, как это называется, что это было. Ладно. Всем спасибо, всем пока.